donkey in the fair. Give me a bag of food about it. The pictures in www.udap.com. Monta Соноти на Самарский Лука. Синовый дом. И представляют фильм режиссера Стивена Спилберга «Снежные белые собачки». Вот, блядь, опять шишек нету. Да, вот селе Ширяева по-любому есть запас травы. Ширяева? А почему там шишки есть? Ширяева. Ну ты вслушайся в название. Так едем же скорее, Ширяева. Где она? Где это Ширяева? Чё, погнали на великах? Да, говно вопрос. На великах? Значит, на великах. Меня? А как же нет? Я еду. Нет, ты не едешь. Почему? Потому что. Потому что Анклу лень рисовать тебя в этом мультике. Анкл, ну ты чё, охуел? Я тоже хочу Ширяева. И делай вид, что меня здесь нет. Куда ты зачем меня делаешь? И выключай звук. Солнце нас питом синего над головой, ветер нам лица обгоняет шар земной, ветры и версты убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль. Смотри, Комарлевич, сдается мне, что кто-то добрался до зимних ширяевских запасов раньше нас. Тогда и сдуем на огонек. Может быть, успеем к утренней проверке. Откуда приехали? Из Тольятти. Вот, смотри, чувак из Владивостока доехал. Ждем, пока разморозится. Пока что победитель. Но все равно добро пожаловать. Располагайтесь, где хотите. Эй, чувак, годи. А типа, что у вас тут происходит-то вообще? Что за сбор? А шишек нету. Тут-то у нас происходит зимний слет мотоциклистов. Snow Talks называется. Единственный зимний слет в России. А еще победителя выявляем. Кто больше всех километров накрутил, пока добирался, тот и победитель. А что победителю? Победителю охуенный приз. Заебательский охотничий нож. Ручной работы и ножного отдыха. А кому приезжать можно? Да всем, кто любит тусоваться и путешествовать. У кого в заднице кол. Вы же вот приехали, хоть, блядь, не на велосипедиках. Между прочим, это тоже байки. Это металлолом. Мы обычно таких, как вы, подводку закусываем. Ну да ладно, не пужайтесь. Мы всем рады. Потому что кто добрался сюда, уже настоящий мужик с железными яйцами. Ну, или тёлка с железными дойками. В глаза смотри, сука! Возвращаюсь раз под вечер, накурившись кашиша. Жизнь становится прекрасна и безумно хороша. Иду. Кашу нужно съесть за 5 минут, иначе она превратится в эскимо. А под кашку необходимо что? Что? Что главное зимой? Конечно же, водка. Без водки как не прожить? Водка, она ведь не мерзнет совсем, но греет. Поэтому жахнем гондоны за здоровье железных коней. Мы не гондоны,
чё бычишь-то? А что, Гандон не ругательство? Гандон — это защитник. Это вы маленькие убогие. Вам, наверное, витаминов не хватает. Дайте вот вам пироженки. Кушайте. Свеженькие. Только из города привезли. О, бля. Добрый какой дядька. Сука нах. Твой дядька. Как собака. Эй, собачка, иди сюда. Сюда вкусно. Нихуя себе. Марлеич, ты когда-нибудь такое аномальное явление видел вообще? Тут Ширяева, все нормальное. Тут же, блядь, не ебаться аномальная зона. Тут знаешь, какие чудеса иногда бывают? Говорят, тут в пещерах привидения водятся. Штольни есть тут заброшенные всякие. Клады не найденные. Тут пиздец, в общем, культурная программа. Только туристов нету. Ого-го. А этот охуенный кустик нас с тобой не скурит случаем? Хуй знает эти растения паранормальные. А вот мы сейчас и проверим. Raimo oli paha jätkä, iso maha humppastara, parketilla sahasnaisen puista. Oli hurmetta ja lureksia, hän oli soi kun tanssiväki karkeloi. Hoi Liisa, Liisa. Как ты умудрился вчера тёлку отодрать на капоте? А молча? Чё там драть-то? Так ведь, блядь, мороз 57 градусов в тени. Ебануться. В мороз и помог. Два дура. Машину свою мыть взялась. Это в мороз-то такой. Блядь, и прилипла нахрен насмерть. Ёп, после меня еще человек 50 драло. Кстати, может она до сих пор там машину будет. Может сходить проверить. Бу-ха-ха. Опа-на. Глянь-ка. Собака летит по небу. Сука, блядь. Зеленая. Это мы чё, это уже упились так, что ли, а? Зелёная? Не, это не наша. Это вон, велосипедисты там укурились. Это их глюк. Точно. Эскадрон! Какой отличный получился уикенд. Хоть растение всего одно нашли. И то говорящее. Равно. Да, на следующий год опять нас поехали. Давно вопрос. Ширяева, Арева. Thank you.
сраный водик, бля!